Сейчас покажу. Это, скорее всего, для наших запорожских, я не знаю, там, в принципе, по Украине. Но на радиобазаре есть ребята такие адекватные, мальчик и девочка, ну, парень и девушка. И у них цены очень хорошие, то есть именно на нашу всю эту херобору, которую мы покупаем. Вот. Я у них взял третьи руки, уловоотсос и пинцеты. Отдельно покажу их в этом ролике. Цены действительно очень хорошие, в частности на пинцеты, на уловоотсос. Руки были, получается, ну там есть места чуть подороже, вернее подешевле, но я же говорю, ребята контактные, молодцы. Так что ссылка будет на их сайт, на ларечек их. И запорожские ребята, в принципе, можете подходить. Я такой парень, ну как любой нормальный человек, я не люблю переплачивать, ну как бы зачем. Поэтому мониторил я много разных там ларечков, точечек и точек. И вот у них такой самый оптимальный вариант в этом плане по цене. Что, смотрите, сейчас покажу, что взял у них. И кто захочет, может обращаться туда и брать у них. Так, вот что сделал я у ребяток этих, во-первых, пинцеты. У меня пинцеты есть, но не совсем они удобные. Значит, смотрите, как раз для SMD-шных деталек. Вот смотрите, какая прелесть. Они металлические, здесь такая покрытие черное. Вот смотрите, насколько маленькая. То есть как раз можно брать маленькие SMD-шные резисторы там и прочее. Вот такие побольше. Значит, по цене обошлось мне это где-то в тридцатку каждый. Ну, по факту я взял там за 25, тридцатка. Вот, то есть в центре есть там магазинчик недорогой относительно. Но там их почти по 50 продают за пинцет. Это бред. Вот, потом взял оловоотсос. Штука очень необходимая в нашем деле. Потому что, сами знаете, выпаять сложно без него что-либо. Я вот как-то бросился, и не получилось у меня ничего. Такой испортил устройство. Принцип, ну, я думаю, обзоры видели, что показывает-то. Взял, взвел, нагрел то, что надо, поднес и подсосал. Вот такая штука, 35 гривен. Опять же, средняя цена 40-50 хотят за него. Вот, ребята, ну, как бы тоже это перебор. Данные ребята, у которых я брал, ну, у них вот цена хорошая, нормальная. Ну, и взял вот третьи руки. Такая вот небольшая. Тут 6, диаметр 60. Вот эти лапки, все это фиксирует. Очень удобно. Я уже пробовал. Цена тоже небольшая. В нашем деле очень необходимая вещь, потому что, ну, можно глаза сломать. У меня-то, как я пользуюсь самодельным, но это мне ничего не заменит, к сожалению. По крайней мере, тут стекло, настоящее советское стекло, линза. Это я, так сказать, одеваю. Тут фиксатор, резинка. Это уже я сам сделал. Это уже для пайки, когда уже там супер мелкие какие-то SMD-шные, я уже там возле платы валяюсь. Но ничего не поделаешь, потому что без нее нельзя обойтись, когда работаешь с очень мелкими деталями. Вот. А так вот взял по небольшой цене, очень хорошая в нашем деле и необходимые вещи. Так что ссылочку я, опять же, в конце ролика, ну, внизу в описании, да? Кому интересно, подходите, покупайте. Ребята нормальные, адекватные. Все, друзья, спасибо за то, что смотрели ролик. И всего доброго, 7-3.